Крестопоклонную неделю митрополит Брянский Севский Александр совершил божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа Богородицкой Плащанской мужской пустыни поселка Пчела. Обитель, где пребывает чудотворный список казанской иконы, подаренный царем Михаилом Федоровичем, любима брянцами. И в минувший воскресный день съехалось немало прихожан и паломников, чтобы соборно помолиться вместе с правящим архиереем. Во время Великого Поста христиане стараются чаще бывать на молитве в святых обителях и известных духовно-подвижнической жизнью монашествующих. Стараются принести покаяние, причаститься и духовно укрепиться, набраться сил для дальнейшего прохождения постного поприща. Сегодня Площинская пустынь продолжает восстанавливаться. Воссоздана соборная колокольня с часами с учетом первозданного облика. И колокольный звон сейчас призывает всю округу на молитву. Приобретает изящные формы восстанавливающийся Казанский собор, разрушенный в годы лихолетия. По окончании литургии у изнесенного накануне вечером на середину храма Креста Господня было совершено славление празднику и поклонение главному христианскому символу. Всеобъемлющей любви, хотя бы капли любви, и эта любовь поселилась в нашем уме, в нашем сердце, в нашей душе, и чтобы мы учились любить ближних, как мы любим самих себя. Потому что Господь сказал, что тогда люди узнают, что вы мои ученики, если увидят, как вы искренне, преданно любите друг друга.